Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Amazon Roleplay. Всех поздравляю с наступающим новым годом. Буквально осталось немножко, и уже будет новый 2020 год. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня будет необычное и интересное видео, в котором мы будем тратить деньги. Но буду это делать не я. Это будет делать как бы Рыжик. А Рыжиком будет в этом видео, получается, Антон Вилла. Он создал новый аккаунт, потому что его аккаунт деактивировали, но об этом он вам как бы сам расскажет на своих стримах. Ссылка на его канал будет в описании. Итак, сегодня Антон должен будет потратить за 5 минут 1 миллион рублей. Просто до копеечки, чтобы у него вообще ничего не осталось. И сегодня мы посмотрим, получится у него это или нет. Пацаны, у меня к вам очень будет большая просьба. Пожалуйста, кто не подписан на канал, подпишитесь, потому что самый лучший подарок на Новый год для меня будет, это если мы на канале апнем 17 тысяч подписчиков, потому что нам реально осталось совсем чуть-чуть. Просто, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал. Это реально секунда дела, мне будет очень приятно. Также не забывайте ввести мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Roleplay. И да, пацаны, если вы наберете на этом видео 300 лайков, я сделаю подобное с вами, то есть с кем-то из моих подписчиков. То есть я вам дам миллион кому-то из подписчиков, и вы должны будете также его потратить. Поэтому, пацаны, не ленитесь, просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. И, короче, сегодня такое будет реально необычное видео. Антон должен будет потратить 1 миллион. Как бы у него новый аккаунт. Не обращайте то, что он женский. Он вам потом, в принципе, все объяснит. Ну и, короче, я ему передаю 1 миллион. И он должен будет его потратить за 5 минут. Это довольно-таки мало, но его цель, чем меньше у него останется, тем лучше, короче. Давайте я передам, как бы, миллион. И будем, короче, начинать. Все, короче, я Антону передал 1 миллион. Теперь, как бы, сейчас, подожди. Стой на месте, я сейчас таймер включу. И уже тогда начнем. Если что, я с вебкой как бы снимаю, поэтому таймер будете видеть. Все, вот я, короче, завел таймер. Как бы Антон сейчас должен как бы потратить 1 миллион за 5 минут. Как только пройдет 5 минут, он как бы телефон зазвенит. Поэтому мы в любом случае узнаем. Прошло уже 15 секунд. Надеюсь, тут есть квартиры. Ну, надеюсь. Вон, если что, у него кейсик есть, поэтому вы можете точно убедиться, что у него есть миллион. Мне просто реально интересно, можно лям потратить за 5 минут? Типа, ну ладно, там 10 минут, но 5 минут, типа, это жестко. Поэтому сейчас посмотрим, справится он или нет. Квартира есть? Квартира? Да, тут очень много. Пацаны, пишите свои варианты в комментариях, он справится за 5 минут или нет. Если что, осталось у тебя 3 минуты 50 секунд. Что-то как-то мало быстро, уже. Быстро, да? Время идет. Вот, пацаны, если что, таймер я вам показываю на вебке, надеюсь, там будет видно. 3 минуты 35 секунд. Скин потом подождет. Сколько у тебя бабок осталось? 912. Ну да. Теперь сейчас надо быстро какую-то машину купить, которая будет, получается, стоить хотя бы там, не знаю, 1500. Так, 3 минуты 15 секунд у тебя. Время есть еще. Ну, блин, это реально сложно. Я как бы видел, люди такие видосы записывали, но я бы хотел тоже на его месте оказаться, но у меня нету нового аккаунта. Так, 2 минуты 45 секунд. Вот, пацаны, если что, я думаю, вам будет видно. Точнее, я надеюсь, что вам будет видно, потому что, ну, выводить на экран таймер я не буду, потому что я буду обрезать как бы пустые моменты. Я всегда так делаю, поэтому смысла таймер на экран именно ставить нету. Поэтому просто смотрите на веб. Так, 2 минуты 25 секунд. Ладно, пусть это будет. Так, сколько у тебя бабок осталось? 160. 2 минуты 10 секунд осталось. Ну и сейчас что, и скин, и все. Так, а машина, по идее, открыта, да? Угу. Да, тачка открыта, все нормально. Так, 2 минуты ровно остается. Ему теперь надо скин купить. Но это реально жестко, блин. Вот 5 минут потратить лям просто. Так, магазин одежды здесь рядом. Так, 1 минута 42 секунды. Сейчас надо еще выбрать, быстро его будет. Тебе надо, желательно, чтобы у тебя 0 осталось. Ну так, 150, потому что 12 еще моих было. А, ну да. Так, минута 25 секунд. Все. Купил? Сколько у тебя осталось? Как раз весь лям потратил. Ну что могу сказать, пацаны? Успел, пацан, ебать. За сколько получается? За 3 минуты 45 секунд. Ну это жестко. Да, это жестко. Поехали, посмотрим, что ты за машину купил. И когда это выбираешь машину, ну ты выбирал машину, не знаешь, какую взять в Royal. Надо было, короче, с этого начинать, пацаны. Он бы точно не успел. Выбор за 3 минуты, пацаны, 45 секунд он потратил 1 миллион. Ровно 1 миллион. Это скин 150 тысяч стоил? Угу. Ебать, он вложился, конечно, нормально так. Сейчас посмотрим, что ты там закрыто купил. Так, подождите, у него оставалось 900 тысяч. Он потратил где-то 750 тысяч на машину, да? Угу. Так, это либо Kia Stinger, либо хрен его знает. У меня не было этой машины, у тебя вроде тоже не было ее. Мне страшно представить, что это за машина. А,
У меня она была. У меня эта тачка была. Я даже не знаю, когда МР восьмерки купил, они ж на Subaru стояли. Ну, неплохой, в принципе, выбор. Я полночка, иномарочка, поэтому вообще по кайфу. Так надо было розовую покупать. Ты не успел это сделать. Покрасить ее в розовый. Не, ну так, в принципе, по производителю. Скину купил, получается, за 150 тысяч. Квартиру купил за 200. Ой, за 100 тысяч. За 100. Это получается 250, то есть 750 стоит машина, да, получается? Mm-hmm. Ну, ровно по цене лям просто. Теперь вы знаете, что куда вы можете как бы лям потратить, если у вас будет лям, в принципе. Я надеюсь, пацаны, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Канал Вилла я оставлю еще в описании, можете к нему как бы заходить. Он вам потом расскажет, почему у него как бы женский скин там и так далее. Он стримы делает по мазинку и не только, поэтому ссылочка на его канал будет в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока.